Сегодня день рождения Анатолия Лутикова. Это имя сейчас мало кому известно, а между тем Лутиков был знаменитым шахматистом. Он играл с будущими чемпионами мира и создал в Тирасполе секцию специально для юных дарований. Шахматная честь Москвы под угрозой. 1958 год. В СССР приехал вундеркинд-американец, 15-летний Бобби Фишер. В быстрые шахматы он обыграл всех, включая чемпионов. И тут за доску с ним сел мастер блица Анатолий Лутиков. С будущим чемпионом мира он сыграл то ли 20, то ли 30 партий на время и выиграл 2/3. Они встретились в Московском центральном шахматном клубе. Вот, причем до этого Фишер уже как бы переиграл там со всеми, и уже попросили Анатолия Степановича, чтобы он поиграл с Фишером, потому что Анатолий Степанович очень любил блиц играть. Вот. И вот они играли несколько партий с Фишером, и он рассказывал смешно, что Фишер очень расстраивался, очень бурно реагировал вот на проигрыши. Вот за доской будущие чемпионы мира Тигран Петросян и Бобби Фишер. Лутиков сидит рядом и внимательно наблюдает. В 50-е и 60-е он был в числе самых известных шахматистов Союза. Становился призером чемпионата страны, в составе сборной выиграл первенство Европы. Уйдя из больших шахмат, Лутиков разъезжал по Советскому Союзу и пытался найти себя как тренер. Так его жизнь связала с Тирасполем. Мы с ним встретились, когда в конце 70-х годов он работал тренером нашей спортивной школы, причем вел группу как бы наиболее перспективных ребят и занимался с ними, то есть это как бы группа спортсовершенствования. Вот. Мы приходили, то есть, к нему на занятия, он показывал свои партии, демонстрировал какие-то тактические, позиционные ловушки там и свои нюансы шахмат, обучал нас. Уроженец Ленинграда, Лутиков несколько раз уезжал и снова возвращался в Тирасполь. Гроссмейстер воспитал не один десяток шахматистов. Умер Анатолий Степанович в нашем городе в 89-м. Диабет и вредные привычки подорвали когда-то могучее здоровье. Ему было 56 лет. Имя Лутикова на слуху. Партии гроссмейстера по-прежнему разбирают шахматисты. Говорят, в его игре всегда присутствовал яркий атакующий стиль. А в Тирасполе проводят турнир памяти Анатолия Лутикова. Максим Кирьязов, ТСВ.